О, деньги. 15 баксов, ух ты. Ой, я бегу на тебя. Оу. Ау. Прям потеряться. А я тебя бил кием. Давай, залезай сюда. Слезай отсюда. На! У меня пол хп было! А я просто с разбегу по тебе попал по голове прям. Так нечестно. Ай, прыгай, прыгай, ухари. Все, дай иди. Ай. Надо больше попозже нажать, черт. Награда, мясник. А. Ну давай, залезай сюда. Вот ты. Ты что ты? Куда-то полетел. Просто прыгнул в этот момент, и ты в прыжке меня достал. Это ския, но что-то убью. Опять ты со своим ножом. Видишь, у тебя опять то же самое, типа, ты мне бьешь ножом, я тебя даже ударить не могу, я даже двинуться не могу. Я возьму дубинку. Давай, я тоже со своим кием. Тут либо нож против ножа, либо там, не знаю. Ау. И куда ты убежал? Вообще должны были друг друга убить, что такое? У меня четко хп осталось. Я бы тебе больше ударов нанес. Опять! Я не мог двигаться! Просто я жму, короче, вообще. Что это такое ощущение, что здесь есть какое-то рандомное оглушение. Просто я не ударить не мог, не двинуться не мог. Это что вообще такое? Опять! Вот! Да, я понял, это же полицейская дубинка, она типа мощная, она оглушает. Сейчас я попробую тебя с полицейской дубинки жахнуть. Если ты меня жахнешь, я умру. Даже если хоть раз. Полетать где-нибудь. Восстанавливать себе? Не особо. Лол. Шо, ты опять по мне попал? Шо? О, мне интересно. Чё? Сейчас совершает самоубийство, да? Ой. Блин, почему он погнался за ним и не за тобой? Сюда. Ha 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 ha